Установлено, что в организации «Стройсервис» поставлено на миграционный учет 120 иностранных граждан, которые по месту регистрации не проживают. К тому же жилого помещения по указанному адресу фактически не существует. В организации «Техникстрой» поставлено на миграционный учет 150 иностранных граждан, которые фактически по месту пребывания не проживали и в помещении по указанным адресам не вселялись. Материалы проверки прокуратуры были направлены в Управление Министерства внутренних дел России по Серепосадскому району для принятия решения о возбуждении уголовного дела. По результатам проведенной проверки Управление Министерства внутренних дел России по Серепосадскому району в отношении виновных лиц закрытого акционерного общества «Стройсервис» и общества с ограниченной ответственностью «Техникстрой» возбуждены уголовные дела по статье 322, примечание 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в Серепосадский городской суд прокуратуры направлено 145 исковых заявлений о снятии указанных иностранных граждан с миграционного учета. В заключение следует отметить, что правоохранительными органами района выявляются факты нарушения миграционного законодательства собственниками и нанимателями жилых помещений, которые ставят на миграционный учет иностранных граждан по месту своей регистрации, однако иностранные граждане по месту их регистрации не проживают. В отношении указанной категории граждан возбуждаются уголовные дела по статье 322, примечание 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые направляются в суд для привлечения нарушителей закона к уголовной ответственности.